Всем привет! В сегодняшнем уроке затронем интересную тему чувств и не менее интересные типы предложений. Сегодня мы рассмотрим основной тип так называемого «кокия лаусе», которая состоит из лица, испытывающего чувства, и каузативного глагола, выражающего эти чувства. Сейчас я объясню попроще и подробнее, но сначала давайте посмотрим, послушаем примеры. Minua kiinnostaa jooga. Меня интересует йога. Minua ärsyttää kovat äänet. Меня раздражают громкие звуки. Minua pelottaa vihaiset ihmiset. Меня пугают сердитые люди. Minua. Это как раз тот самый кокия, то есть тот, кто испытывает некие чувства, эмоции. Мы можем обозначить его местоимением, именем, существительным, но это обязательно должно быть живое существо, которое способно испытывать эти самые чувства, эмоции. Стоит это слово, как вы видите, в форме партитива «минуа». Кета. За ним идет глагол, выражающий эмоции, затем дополнительная информация, детали. По сути, это подлежащее предложений. Что? Громкие звуки. Что делают? Раздражают. Кого? Меня. Глагол всегда стоит в третьем лице единственного числа, даже если подлежащее во множественном числе. Verbi hän personassa. Глаголов, которые можно использовать в такой конструкции, много. Мы возьмем здесь только 15. Смотрим список. Kiinnostaa. Интересовать. Naurattaa. Смешить. Väsyttää. Утомлять. Piristää. Бодрить. Jännittää. Нервировать. Nolottaa. Смущать, чувствовать себя неловко. Pelottaa. Пугать. Ahdistaa. Угнетать. Inhottaa. Вызывать отвращение. Häiritsee. Беспокоить или мешать. Harmittaa. Огорчать. Hävettää. Испытывать стыд. Huolestuttaa. Заботить. Itkettää. Заставлять плакать. Ärsyttää. Раздражать. Перевод у меня приблизительный. Часто такие фразы нельзя перевести дословно. Нужно перефразировать и подбирать оттенки эмоций в зависимости от ситуации. Давайте смотреть примеры. Kun katson surullista elokuvaa, minua itkettää. Когда я смотрю грустный фильм, у меня слезы на глаза наворачиваются. Или мне хочется плакать. Kun katson surullista elokuvaa, minua itkettää. Minua huolestuttaa koronatilanne. Меня заботит, беспокоит ситуация с коронавирусом. Minua huolestuttaa koronatilanne. Minua jännittää ennen koetta. Я волнуюсь, нервничаю перед экзаменом. Minua jännittää ennen koetta. Minua piristää nähdä kavereita. Меня ободряют встречи с друзьями. Minua piristää nähdä kavereita. Häntä ahdistaa olla yksin kotona. Его или ее угнетает быть одной дома. Häntä ahdistaa olla yksin kotona. Maijaa harmittaa,
kun hän hukkasi lompakkonsa. Марио огорчает, что она потеряла свой кошелек. Майя harmittaa, kun hän hukkasi lompakkonsa. Minua väsyttää pitkän työpäivän jälkeen. Я утомлен, устал после длинного рабочего дня. Minua väsyttää pitkän työpäivän jälkeen. Pekkaa hävettää olla aina myöhässä. Пекке стыдно, что он всегда опаздывает. Пеккаа хэвэттää олла айна мюэхэссэ. Вполне возможно, что вы перевели эти фразы по-своему. Пишите свои варианты в комментариях. Заглядывайте на вкладку «Сообщество», там периодически появляются интересные материалы. До встречи на других уроках!